Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что очень сильно спешит к вам. А к вам спешит, девочки, исполнение ваших желаний. Или какого-то одного желания, вполне возможно. То есть то, чего вы хотите, о чем мечтаете. При этом, вот знаете, какие-то сомнения у вас есть по поводу этого желания. Боитесь вы, что когда вы это получите, то вас настигнет разочарование. Может быть, это не совсем то, что вам хочется. То есть вы сами сомневаетесь в своем желании. Вот. И отсюда, да, вот волнения какие-то, конечно же, я вижу у вас. Вот. Ну, не переживайте, все будет хорошо. Вот. То есть в итоге вы поймете, что все-таки это то, что вам реально нужно. И что я тут вижу? Во-первых, предложение от мужчины. Для кого-то из вас это будет предложение руки и сердца или предложение о совместном проживании. Еще есть момент. Если ваш мужчина женат, вот, то вполне возможно, что вы боитесь, что он никогда не поменяет свою ситуацию. Но он потому что не поменяет, но его жена, то есть если ваш мужчина женат, да, скорее всего, она предпримет шаги, выгодные вам. То есть либо уйдет, либо подаст на развод. А вот, это для тех, у кого мужчина женат. Если ваш мужчина свободен, то здесь, да, я вижу, что какие-то серьезные шаги с его стороны. Вы, с одной стороны, их ждете, а с другой стороны, как-то немножечко, я бы сказала, побаиваетесь. То есть у вас внутренний страх есть. Возможно, вы ждете, но сами не знаете, а надо ли вам это, хотите ли вы. Для тех, кто в поиске или в ожидании знакомства с серьезным мужчиной, вот, ну, с одной стороны, хорошее знакомство, а с другой стороны, и некоторые опасения в том числе. Вот. Еще есть момент здесь. Возможно, вам уже мужчина сделал предложение. Вот. Но вы, у вас какой-то страх внутри. Вы боитесь, возможно, быть обманутой. То есть, если у вас есть какой-то прошлый негативный опыт, то как раз ваши внутренние страхи активизируются, и вас страхи, сомнения, да, вы будете думать, а почему он так быстро сделал предложение, зачем он сделал предложение, а вдруг тут что-то не так. Вот. Но это лишь ваши внутренние страхи, хотя, конечно, всегда нужно смотреть, узнавать человека получше, проверять, это однозначно.